Здравствуйте, с вами программа «Пусть меня научат». И я ее ведущая Бабикова Екатерина. Каждая профессия нужна и каждая профессия важна. Пожалуй, именно с этих слов хочется начать нашу сегодняшнюю программу. А речь пойдет о такой важной профессии, как парикмахер. Парикмахер нужен всем, что делает именно эту профессию еще более привлекательной. Профессия парикмахера популярна во все времена. По прическе можно было сказать о происхождении человека, о роде его деятельности, религиозной и политической принадлежности. Каждая эпоха приносила в мастерское искусство что-то свое. Вельможи древнего Египта носили несколько париков сразу. В средневековье мужчины стриглись под горшок, а женщины прятали свои волосы под накидкой. В 17 веке прически представляли собой, например, башни высотой более полуметра. При всем при этом до наших дней почти не сохранились имена мастеров, создавших эти шедевры. Первая школа парикмахеров была открыта в 1893 году, основателем которой стал Александр Борисович Моллер. Школа была востребована, а ее успех был гарантирован. А уже в 1987 году в Лондоне знаменитый аристократ парикмахерского искусства Видал Сасон открыл первую в мире академию. Да что тут говорить, в наше время профессия парикмахера является одной из самых востребованных на рынке труда. Елена закончила профессиональный лицей номер 4 и сейчас работает по своей специальности. Хочется задать вопрос и спросить. Елена, скажите, пожалуйста, почему все-таки выбрали именно эту профессию, а не какую-либо другую? Потому что она мне нравилась еще в детстве. Я делала всем косички, прически, укладки. И когда я уже выросла, я поступила в лицей номер 4 и отучилась там на парикмахера. Там мне дали знания. С этими знаниями я вышла, устроилась на работу и работаю по этой специальности. Эта специальность доставляет мне много радости. Какие плюсы профессии мастер испытывает на себе? Счастье. Счастье клиента. Когда я вижу, что клиент доволен, я счастлива. Радость клиента. Когда клиент счастлив, счастлив и мастер от того, что мастер выполнил свою работу идеально. Когда работа получается, и мастер доволен. Работа, парикмахерство – это искусство, это психология клиента. То есть нужно уметь общаться с человеком, нужно его понять. А мне вот всегда было интересно, ходят ли мужчины стричься к мастерам-мужчинам или все-таки отдают предпочтение мастеру девушке? Вы знаете, в принципе, это не принципиально. То есть есть категория людей, которые могут ходить так же, как к мужчинам, так же и к женщинам. И, ну, мое мнение на этот счет, мне кажется, что женщина, она более видит красоту в мужчине и может ее преподнести так, чтобы мужчина был красивее. Что нужно для того, чтобы стать хорошим парикмахером? Это как раз для тех, кто именно сейчас решает, стоит ли связать свою судьбу именно с этой профессией. Да, конечно, стоит. Вы знаете, в этой профессии есть много плюсов. Здесь можно учиться, узнавать каждым разом все новое и новое. От этого, в принципе, мы получаем огромное удовольствие. Екатерина, вы являетесь администратором этого салона. Расскажите, пожалуйста, какие виды парикмахерских услуг у вас имеются? У нас стрижки мужские, женские, детские. У нас каждая девушка так нравится. Наращивание волос. Коррекция наращенных волос, прически с наращенными волосами, укладки. Ну, как бы девочки у нас делают абсолютно. Елена, у меня вот лично к вам практический вопрос. Скажите, как нам зафиксировать прическу так, чтобы она держала форму весь день? Научите меня, пожалуйста.
детям прядь. А можно я попробую сделать? Да, давайте сначала вам покажу, как это правильно делать, а потом попробую по вам сделать. Нет, это уже можете оставить. Да, вот это можете оставить. Вы можете взять вот эту. У вас есть талант. Елена. Спасибо. Вы можете прийти к нам. Спасибо. На обучение. По-моему, здорово. Ну-ка. Я очень довольна своими девочками. Довольна их работой. Они творчески подходят к своему делу. Вкладывают душу и умения. На этом, конечно, они не останавливаются. Мы посещаем семинары, приглашаем технологов с других городов к нам. И все это мы доводим до своих клиентов. Вместе с нашей съемочной группой побывали в аудитории, где студентов обучают парикмахерскому делу, чтобы лично посмотреть, как проходят занятия. Ведь учиться чему-то новому всегда интересно. Я внимательно слушала лекции и отвечала на вопросы наравне со всеми, без поблажек. Ведь современная профессия парикмахера охватывает довольно большие объемы знаний и нюансов данного ремесла. В зависимости от сферы деятельности, их можно разделить на такие виды, как мужской мастер, это специалист по мужским стрижкам и прическам. Женский мастер, колорист – это мастер создания прически с помощью окраски локонов. Специалист по плетению – данный парикмахер занимается созданием причесок методом плетения косичек. Парикмахер-универсал – именно таких мастеров ищет большинство салонов. Специалист разбирается как в мужских, так и в женских стрижках. Знает все о новейших тенденциях и с легкостью создает образ путем подбора прически. Парикмахер много трудится руками, но помимо знаний, технологий и практических навыков, одним из основных видов труда является творчество. Ведь только креативный мастер сможет создать новый имидж, просто изменив прическу. Отгадать несложно, кто в одном лице у нас – скульптор и художник. Люди шапки перед кем с радостью снимают, у кого в одной руке два ножа сверкают. Над чужой головой вьются, словно птахи. Все вы знаете его. Это парикмахер. Скажите, Екатерина, а не жалеете вы о выборе своей профессии? Я получаю большое удовольствие, когда я делаю кому-то разные прически. Мне нравится проявлять свою фантазию. В процессе, когда ты что-то делаешь, тебе приходит на ум мысль, и ты ее пытаешься как-то воплотить. Мне нравится стрижки делать. Это настолько все меня как бы заинтересовало, то, что я вообще ни капли не жалею, то, что я выбрала данную профессию. Я считаю, то, что я в дальнейшем буду развиваться в данной профессии. Анастасия, расскажите нам, пожалуйста, какая царит атмосфера у вас в группе? У нас очень дружная группа. Мы ко всем коллективным, всем коллективам готовимся ко всем мероприятиям. С помощью профессии мы очень сблизились. Скажу честно, сначала у нас группа была не очень скомплексована, но после практики мы очень сблизились, потому что девочек заинтересовала именно профессия. У каждой свои интересы, они делились друг с другом. Мы делали друг другу прически, и тем самым мы стали
очень родными друг для друга. И я очень хочу сказать спасибо еще нашему мастеру. Мне всегда нравилась эта профессия. Я с 8 класса всегда хотела, думала, создавала разные прически, чтобы потом в дальнейшем знать, какие прически можно сделать. Я всегда тренировалась, пробовала разные фантазии на манекенах, мечтала все время об своей профессии, что как будет. На сегодняшний день профессию парикмахера выбирают не только девушки, но и юноши. И вы наблюдаете, с каким энтузиазмом и интересом юноши осваивают это нелегкое ремесло. Как часто эту профессию выбирают парни? К сожалению, последние годы очень редко в нашу профессию приходят именно юноши. Хотя исконно она является мужской профессией. Вот. Мне бы хотелось им задать, почему. Ну, те, кто целенаправленно профессию приходят, осваивают, они в большинстве случаев становятся не только мастерами салонов, но и директорами этих салонов. Мужчины, те, которые осваивают профессию. Ну, те мужчины, которые освоили профессию и стали мастерами, они очень востребованы в качестве мастеров, потому что только мужчина способен понять и оценить женскую красоту. Ну и женщины сами, конечно, более чаще всего предпочитают мастеров мужчин. Скажите, пожалуйста, какими, по вашему мнению, должен обладать качествами парикмахер? Ну, это помимо креативности, терпения, естественно. Парикмахер, на мой взгляд, должен быть профессионалом, прежде всего, своего дела. Все такими качествами обладать, как аккуратность, опрятность, терпеливость. Коммуникабельность, ну то есть умение общаться с клиентами, а клиенты бывают очень разными. Ну и осваивая нашу профессию в процессе обучения, учащиеся всему этому учатся. Скажите, пожалуйста, у меня еще один вопрос к вам. Какие перспективы у профессии парикмахера? Перспектив очень много, потому что профессия очень востребованная. И помимо того, что мастер, выходя на работу, работает с людьми, это немаловажно. Это еще неплохой доход, потому что это как бы основной вопрос, который интересует большое количество студентов, то есть заработок. И в профессии мастера-парикмахера они этого всего достигнут. Не достигнут успеха, они могут еще в процессе обучаться, повышать свою квалификацию. Вот поэтому я считаю, что вот это хорошая перспектива. А вот меня лично интересует вот такой вот вопрос. Вот, например, многие профессию парикмахера ассоциируют с делом или ремеслом, потому что мы очень часто слышим в обиходе «мастерское дело». И лишь немногие называют эту профессию искусством. Скажите, пожалуйста, к какому вот из этих сравнений вы могли бы отнести именно эту профессию парикмахера? Ну, на мой взгляд, я считаю, что это прежде всего искусство. Естественно, искусство, которое идет в ногу с делом. Потому что здесь творческое умение и творческий подход к работе очень важным моментом являются. Поэтому без умения творчески подходить к делу, естественно, мастер не состоится. Он не будет тем профессионалом, которым он должен стать, которым он должен идти. Мустафа Ахет, вы приехали из Сирии, и сейчас ты обучаешься в индустриально-технологическом колледже. Расскажи, пожалуйста, как тебе нравится здесь или нет? Приехали из Сирии, мне очень нравится обучаться в нашей колледже. Здесь хорошие преподаватели, которые помогают нам обрести знания и опыт, которые необходимы нам для нашей профессии. Большое спасибо нашим преподавателям. Не только теорию мы успели освоить, но и практику. Я вместе со студентами выполняла прическу под названием «Цветок лилии». Также я узнала, что прическа может быть выполнена по технологической карте, а также являться собственной импровизацией. Скажу вам честно, процесс трудоемкий, но результат оставляет неизгладимые впечатления. Анна, вот мы доделали с вами прическу, которая называется «Цветок лилии». Скажите, как получилось у нас? Вы умница. Для первого раза это получилось здорово и даже очень хорошо. Теперь девушка может идти спокойно. Спасибо большое вам, Анна, за ваши советы. Специальности, по которым мы обучаем в нашем колледже, обязательно
студенты у нас получают еще и профессию, ну, по соответствующему направлению. Ну, например, вот сегодня мы снимали сюжет про профессию парикмахер, как мы говорим, в общем, профессия парикмахер, но девочки у нас получают специальность, которая называется парикмахерское искусство. Ну и, естественно, плюс еще рабочую профессию парикмахер. По такой, например, профессии, как у нас такая длинная, сложная профессия, которую мы просто называем дорожники, а это профессия, которая предполагает техников по эксплуатации дорожно-строительных, подъемно-транспортных машин, обязательно ребята получают еще профессию экскаваторщик. Ну, я так могу по любой профессии привести примеры, по любой абсолютно специальности привести примеры параллельно рабочих профессий. На втором курсе просто они получают не просто как бы сопутствующую профессию, а профессия повышенным разрядом. Вот это, в общем-то, особенность нашего колледжа. У нас построено так обучение, что всем федеральным государственным образовательным стандартам по получению профессии рабочей мы абсолютно выполняем этот стандарт, естественно, параллельно со федеральным государственным стандартом о среднем профессиональном образовании. Что вы можете сказать тем, кто именно сейчас выбирает, какую профессию выбрать? Сейчас, конечно, в 15 лет, в 16 лет очень трудно выбрать профессию на всю жизнь. Можно 10 раз еще и изменить. Но в чем именно еще и особенность нашего колледжа? Вот та профессия, которую они выбрали, вот ту специальность среднего профессионального образования, вот, ну, тот уровень, который мы раньше называли техникум. Кроме этого, во-первых, они и рабочую учат профессию. И за время обучения они могут получить еще несколько профессий параллельно в рамках дополнительных образовательного процесса. Причем дополнительные профессиональные образовательные программы у нас внедряются. И почти каждый студент, который выпускается, каждый выпускник, он еще имеет 2-3 профессии параллельно. Вот я сейчас говорила о технической эксплуатации дорожно-транспортных и строительных машин. Ребята одновременно, кроме профессии такой рабочий, как экскаваторщик, экскаватор одноковшового, так называется, машинист-экскаватор одноковшового, они еще получают отдельное абсолютно удостоверение, свидетельство о том, что они владеют профессией тракториста. Отдельно получают еще свидетельство о том, что они профессию крановщика, машиниста автокрана, вот так, такую профессию получают. Да, квалифицированные, причем параллельные рабочие профессии, несколько. Это не значит, что они должны именно по профилю своей специальности получать, потому что ребята, одновременно студенты, могут получить еще и дополнительную профессию, например, повара, которая как бы не свойственна именно этой профессии. Ребята, студенты, которые занимаются, например, в группе моделеров-конструкторов студентки, да, швейного производства, швейных изделий, они одновременно, например, еще на курсах парикмахеров учатся. Поэтому вот иметь 2-3 профессии – это, конечно, очень важная вещь. И на всякий случай любой молодой человек, конечно, это ему всегда пригодится, потому что никто не знает, как сложится рынок труда через 5-10 лет. И вот эта защищенность на рынке труда, скажем, двойная защищенность выпускников на рынке труда – это вот как раз особенность нашего тоже колледжа. Марина Меджидовна, ваш колледж славится высококвалифицированными специалистами, которые сейчас продолжают работать по своей специальности. Скажите, что бы вы хотели пожелать вашим выпускникам? Так, ну проблема в том, что успех наших выпускников, дальнейший успех в жизни зависит не только, конечно, от них, зависит и от общей экономической ситуации. Поэтому хотелось бы им пожелать удачи. Хотелось бы, чтобы их работа принесла им не только материальное благополучие и удовлетворение моральное. Хотелось бы, чтобы ребята не потерялись в этой жизни, не потерялись вот, в выборе профессии своей, чтобы не растерялись в дальнейшем и могли просто быть более гибкими, приноравливаться к общим условиям жизни. Приходите, вас научат!
Внешний вид человека во многом определяется прической. Именно поэтому профессия парикмахера пользовалась спросом всегда. Но в современном обществе, когда каждый человек стремится выглядеть привлекательно, ее востребованность как никогда высока. Парикмахерские услуги необходимы представителю высшего света и рядовым работникам разных учреждений. Но мастера парикмахерского искусства, сделавшие себе имя, имеют очень высокие заработки. Они обслуживают известных людей, участвуют в международных конкурсах. Некоторые открывают салоны красоты и даже собственные студии причесок. А теперь представьте, сколько положительных эмоций вы можете дарить своим клиентам и испытывать их сами. Я поздравляю вас с выбором вот такой вот необычной профессии, как парикмахер. Учитесь, развивайтесь и будьте счастливы. Всего доброго, до новых встреч!